Ночью не было это. Это было полседьмого утром. Угу. Уборщицы пришли уже. И подходят 4 человека ко мне. Они такие высокие, я их не узнаю. Одеты в балоновых куртках. И говорят, мы проверяющие. Говорю, документы, говорят, мы с охраны проверяющие. Они сперва покрутились, вот там около этих смотрят. Я подошел к ним, говорю, ну, все нормально, я думаю, да, с проверяющие. Говорю, все нормально, на месте флаг, я целую ночь здесь. Но не сидел, чтобы не взяли. Крутились туда-туда, крутились, дошли туда. Говорят, мы подойдем, проверим. Вот здесь второй этаж что-то. Ну, я раз проверяющий, я тоже за ним пошел. Они пошли туда, потом выскочили опять сюда. Я это время закрываю здесь на защелку, иду в подвал там отнести, и смотрю, громит дверь. Громит, я когда выскакиваю, они поломали вот эту доску вот эту, меня оттолкнули наверх, я за ними. Пока я туда ходил, за ними, они уже подготовлены были. Открывает форточку, уже включенный этот кабель, и здесь я куда вижу, здесь уже режут. Вы их узнали? Я откуда я буду знать, я их не знаю, молодые все хлопцы, высокие такие, здоровые. Примерно по сколько им лет? Ну, примерно по 30 лет им, не больше. Вы их в городе когда-то видели? В городе я не видел, может, ну, я же в город не хожу. Ну, примерно они, как вам показалось, сельские, местные? Ну, они, как говорится, я спрашиваю, они не, даже не разговаривают, мы с охраной и все. Нам надо документы попросить. А попросил как? Документы, говорит, тебе не надо документы, мы пришли, нас поставили охраны. Как они были одеты? Они были одеты куртки черные, не милицейские. Я нажимал на кнопку тревожную, никто не приехал, потом вызвал нашу милицию. И когда они отрезали, убежали. Убежали. Вы не видели, они... Машины не было никакой. Они, наверное, убежали, где-то машина там стояла у них. А я не знаю, местные они или не местные. Вот это, ну, не могу, откуда темновато было еще. Я спокойно раз проверяю, я думаю, ночь прошла, все нормально, Древко думаю. Древко валяется, а флаг? Флаг они сразу схватили и порвали. Порвали. Да. Там видно вон. Оф, не знаю. Это такое дело, не дай бог. Оттолкнули, я пока сюда, что они, ну, бомбалы такие мне как дернули, я в сторону отлетел, пока за ним бежал, чтобы ударить по голове. А стекла, двери какие-то ломали? Нет, не ломали. Вот здесь у нас не закрывается двери, поймите. Я сюда ставлю доску вот так. Ну, я доску сейчас принесу. Угу. Доску ставлю сюда, сейчас я принесу доску. Минутку. Вот. Беспредел. И ломает его. И туда. Что я могу сделать? У вас там какие-то двери еще закрываются? Где? Наверху, где они проникли. И там уборщица работала на кабинете, там в другом кабинете. Они заскочили туда и моментально. Уборщица во сколько приходит? 6 часов были они здесь. А эти ребята пришли? У них где-то 6:30 было. Больше ничего не забрали? Не, только вот это. Ничего не забрали, они искали, чтобы куда подключиться, наверное. Спасибо. И убежали, и все. Потом я вызвал милицию, приехали, что делать? Что я с ним мог сделать? Из милиции кто приехал, не знаете? Ну, один лейтенантик молодой. Ну, они пришли, 3 человека. Ну, не представились, они здесь фотографировали, писали что-то, я потом расписался там и написали мою фамилию полностью, и все. Вот так, ну это что делать? Мне кажется, милиция же и сама их направила, и потом вы позвонили, а они приехали, как бы, не, ну, так, это я, приехали, версия, ну, это, догадки, это тоже может быть. Да.